Посмотрите, что сегодня Франко будет готовить. Это известная итальянская брускетта. Как приготовить вкуснейшую намазку или спред на хлеб из чеснока, анчоусов, сливочного масла и петрушки. Это маленькая рыбка, анчоусы, они очень популярны в Италии. И очень много блюд вы можете найти на нашем канале из анчоусов. Масло, которое было в консервной банке от анчоусов, мы заливаем в маленькую сковородку. И анчоусы вот так мелко нарезаем. Добавляем мелко нарезанные анчоусы в сковородку и пусть они медленно размягчатся. Вилкой нужно вот так раздавить анчоусы, как делает Франко, чтобы образовалась однородная масса. Теперь добавляем продавленный чеснок через чеснокодавилку. Чеснок и анчоусы должны быть примерно в равных количествах, в равных пропорциях. Теперь выключаем огонь и убираем с плиты. И ждем, пока эта масса остынет. Пока мы ждем, чтобы смесь анчоусов с чесноком остыла, подготовим хлеб. Это свежевыпеченный домашний хлеб. На нашем канале очень много рецептов приготовления разных видов хлеба. Посмотрите, пожалуйста. Теперь эту остывшую смесь смешиваем со сливочным маслом. I mix together. So, I create a nice... Возьмем свежую петрушку и нарежем ее. И также добавим к нашей смеси. Chop. И обильно размажем эту намазку на хлеб. Теперь ставим этот хлеб в духовку на функцию гриль на пару минут, чтобы они стали хрустящие и очень вкусные. Всего лишь несколько минут хлеб пробыл в гриле. И посмотрите, как они аппетитно теперь выглядят. Попробуйте и вы. Я уверена, что вам понравится. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.